Ребята, привет, всем короткий репортажик, который я хочу заснять и который должны все знать. А то из-за этих задротных блогеров, которые снимают много видео, рассказывают про рейс в джет, но они не рассказывают подводных камней, которые вас ожидают. Но вот так вот пришлось его разобрать по той причине, что его забрасывает стружкой. Это первое. Второе. Не вздумайте рейс вас покупать, если у вас нет вот такой штуки. Вот такой вот штуки. Вот в эти отверстия джета попадает, я не знаю, увидите вы сейчас. Вот опилки вылетают, видите вы сами. Их нужно продувать постоянно. И первый движок, который я свой запорол, было той причиной, что вот в это отверстие налетело очень много опилок. И они там просто банально воспламенились. Вы видите сами, что вылетают опилки. Продуваю каждый после каждой стружки строгания. Поэтому, ребята, если у вас нету рейсбус, не покупайте. Это деньги выброшены. Вот в эти отверстия забивается пыль, стружка. При этом у вас, когда рейсбус закрыт крышками, вы этого вообще не видите. И в принципе уже продуть сложнее, чем сейчас я это делаю. Почему я все снял? Да, безопасность, конечно, нарушается. Но, понимаете, вы тем самым спасете движок. А как по-другому работать, я не знаю, ребята. Может, кто-то работает и по-другому, и получается. Но у меня по-другому не получается. У меня сгорел за этого двигатель. Он просто банально загорелся. Это столько стружки туда залетело, и он вспыхнул от той искры, что вырабатывается на щетках. Так что, ребята, большое спасибо, кто был со мной. Ну, а так, джет нормально. Вот я ему модернизировал, валики поставил из нержавейки. И втулки заменил на латунные подшипника. В принципе, работает хорошо. Ну, всем пока-пока.